Йо-йо-йо-йо-йо, вот и наступил. Вот и наступил вечер. А это значит что? А это значит Русская рыбалка 4 приветствует нас в своих радужных объятиях. Вот как-то так и только так. Так, окей, запускаем, подрубаем и фигачим. И ловим рыбу. Эпопея с мешками закончилась. Слава богу, кому-то повезло, кому-то, как мне, не повезло. Не хватило одного мешка. Ну и фиг с ним. Так, стомедовая сосалка в 20 минут захренячим. Все, понеслась. Типок, привет, что мешки убрали? Все, а ты что думаешь? Те что, вечность будут? Сегодня в 12:00 МСК. Их убрали, слава богу. Так, тут какой-то новый, блин, этот. На новый какой-то этот ловят, я смотрю, все. Что за 009? У меня такой херни нету, я больше чем уверен. Ну да, какой-то дип, рунер, что это такое, блин, вообще. Толя, добрый вечер. Вот Толя у нас специалист. По архипелагу. Что за Deep Runner, блин, что за херня какая? Что там все в рекордах? Это что, воблер? Чешутся такие? Где его найти вообще? Двенадцать просто в поиске напиши. Ага, о, точно оно. Ты прав. Ага. 9 номер. Вот это вот. Бля, дорогие. Ну ладно. Гулять так гулять. И 006 бери. Толя, не успел я прочитать твое сообщение. Все, больше денег тратить не буду. Нахрен. 150 билеты, все, и пипец. Рома, привет. Так, что у нас тут с этими? Со снастями, мордастями. А, вернь... Йо. Да, я об этом забываю. Блин. Ладно, один такой, один такой, один этот, 70.001. Все трать. Игорек, привет. Он у тебя есть, 006. Как это есть? Я ж только шо его купил, причем здесь есть? Он у меня один. А, нет, это вот. А, точно, надо вернуть, бля. Туре надо вернуть, бегом. Блин, где магазин, ёпта, блин. Вернуть, бля. Вернуть. Ничего не понял. Y вернуть. Лёха, привет. А, вот он. Да! Да! Вернул. Так, ладно, стопы, надо удочки как-то собрать. Так, барракуда. Этот есть. Теперь на что мы ещё ловим? Ага. Угу.
да? Блин, главное, блин, сейчас взять то, что надо. Так, а что, можно же еще взять этот, как его? Джерковая, Сигун, правильно? Катушечку Рокет вхерячить сюда. О, она триумф хватает, пора серую тратить в конце стрима. Посмотрим, Толь, подожди секунду. Я сейчас вспоминаю, где у меня шел. Подожди, а где у меня... Так, Джеркова. Рокет. Если нам вот так попробовать, допустим, барракуда, да где ж ты, господи, Сигун и Эворо. Так, если так, это заряжено здесь 28,8. 35 надо ставить. Рузиль, привет. Жесткий. То, что есть, то ли, то и беру. Нежели богато, и привыкать не буду. То, что маемо, то и берем. И беремо, блин. И беремо, и кидамо. Так, 39. Флюр, 35. Барракуду не бери. Толь, то, что есть, то есть. Так, подождите. Не сбивайте меня, я сам собьюсь. Так, 35. Есть. Теперь шут 006, да? Так, третье, 27,7, бля, 30, шнур надо. Он закоцанный уже весь, 20%, вообще ни о чем. Во. Допустим. Архива я поймал синего Федю. Красавчик. Красавчик. Наша школа. Так, и что сделать этот 70.001, да? Который вы все что-то усиленно тут спрашивали. Девять, блин, не цветной, но 9 из 10. Странный какой-то. Вот это веселее. Так, вот это веселее. Приманки. Как я не люблю вот это все, эту херь, блин, собирать. 001, да? На кого рыбачим? Мы стоим на берегу и горько-горько плачем. Мы пока ни на кого не рыбачим. Так, дальше. Все, да? Вроде бы. Мы стоим на берегу и горько-горько плачем. Нет, так, что в кафе творится? 12 минут, мы еще все собираемся.
Так, я херясь. Понятно. Ни хрена хорошего. Так, я так понимаю, все там же. Где мы там? Вот это EF. EF2, да? Там мы пролезли, блин. E2, F2, да. Я так понимаю, туда же, правильно? Бля, пипец, не успел. 180 из 100. 280 уже нахрен просрал, блин. Капец, что за жизнь, блин? Как жить так-то? Поехали. Ялта! Ялта! Парус! Как там в песне поется, да? Ялта, это хорошо. Ялте привет. Вайпер, привет. Я и в этом мире мы одни. Да? Такие песни в Ялте поют. И как будто влюблю. Август, Ялта. Август. Точно, точно. Что там у вас? Что у вас там за погода? Тепло, холодно. И такие тоже. Так, наверное, можно спокойно душой половить на любимого. Да, да, охрененное чувство. Вайпер, я согласен. Как вообще арпилах? Мне нравится. Даже несмотря на то, что я не спиннингист, мне нравится. Около нуля, понял. Ну, как у нас, в принципе. Как и у нас, в принципе. Гляньте тут, что показывают. Тут динозавры какие-то подо мной плавают, гляньте. Собаки баскервили, блин, ё-моё. Так, я ж правильно плыву? Туда же Е2, F2, блин. То сейчас скажете, куда ты нахрен ты туда вообще плывешь, блин. Сейчас скажете, все, там уже никто не ловит, рыбы там нет, блин. Ты что туда попёрся? Сейчас, смотрите, доплыву и начнется. Что совсем в другую сторону. Вниз надо было плыть, а не вверх. 100% сейчас вот проверяйте, только доплыву. Нет, не хочу я никакой турик делать. Турик у нас по пятницам, ребят. Сейчас собираться будем. Стрим, он ровно 1:45 еще будет идти. Турик у нас по пятницам. На голд наживочки. Так вы сами можете сделать любой турик. Так, ну что, типа приехали, я так понимаю. Суши весла! Суши весла, бля. Так, окей. Все, троллинг. Вся херня. Вся фигня. И в этом мире мы одни. Она вообще как-то не кинула, блин, ее. Ну все, пошла жара. 6 человек тут. Что-то мне это уже не нравится. Явно я уже опять не там, где надо, да? Но все молчат, блин. Никто ничего не скажет.
Привет, лучше взять оверлух или подкопить и взять рокет. У меня рокет с оверлордом, я не сталкивался с катушкой. Открой карту. У меня рокет. Не, ну по-моему, по-любому рокет же это. Больше фрикцион там и так далее. Насколько я помню. C3D3, верхние мелководья, там все. C3D3. Александр, привет. C3D3. C3D3. А, вот здесь вот. Понял. Ну, хоть кто-то, блин, подсказал, ё-моё. А я ж чувствую, что-то не то. Чувствую, что, блин, что-то не то. 6 человек, что-то совсем мало. Так, окей, говорите туда. Ну, давайте. Ща мы как ж проложим наш маршрут, блин. Что все нам обзавидуются. C3D3, бля. Ага. Вот сюда, да? Спасибо за подсказочку. Я ж чувствую, что что-то не то, блин. 6 человек как-то маловато. Ужим свитер. Ага, да. Так, минута до шармантеля 100 медового. И сосалка. Я плавал B3, B4. Судак идет очень хорошо. Закрыл трофа за 20 минут. А куда нас отправили? C3D3. Это ты плавал, говоришь, B3, B4. Мы, в принципе, можем... Уж сюда идем. Мы ж можем вот так вот, допустим. Попробовать и потом, если что, обратно вернуться. Сейчас проверим. Пока ни хрена не идет. Что мы как-то... А, вот, что-то есть. Так, а подождите, а что, счастливый час так идет 2 часа? У меня, по идее, если 2 часа, то может еще быть. А если час, то уже по-любому должен пройдись там на раннеры 12. Но я купил такой. По 25-метровому велкомводью. Да вот здесь ты имеешь в виду. Мы сейчас вот так вот, вот будем вот так вот круги нарезать. Я так думаю. Какую палку посвежь для рокета? У меня рокет с рокетом. 1 час. А чё, у меня тогда должен был уже закончиться. А у меня еще показывают счастливый час. Я утром же мешок пытался достать. И не достал.
По-моему, тоже до 11-го. По-моему, сегодня должно было закончиться вся эта. Я просто смотрю, что я рыбу достал. Я утром по-любому час отловился, блин, на мешках. По идее, у меня должен уже все. Должен уже не показываться. Смотрите, показывается. Может, потому что я запустил еще до того, как оно закончилось. И может, поэтому у меня 2 часа еще отрабатывает, кстати. Пытался. Часа, блин, чуть ли не полтора. Ну его нахер. Вместо того, чтобы спокойно под кофе сыграть в танчики, я как дурак сидел на комаринке и пытался мешок поймать. И самое обидное, что я его не поймал. Вот в чем. И самое обидное, что я его не поймал. Сережка, привет. То есть я, блин, не сыграл утром в танчики. Не получил свой заряд, как говорится, на день от танчиков. Ну, такое, короче. Потратил в тупую время. Читерский, ну да, наверное, вот то. Для тех, кто не поймал, не говори. По-другому не скажешь. Да мне бы пофигу то вино, я бы елочку хотел просто поставить и все. Мне вино то... Я, собственно, из-за елки и пытался. Ладно, переживем, как говорится. Без елки, без мешка. Чего страшного? Блин, ребят, хотел уже шарманку запустить. Ща, ситуация. Клюет. За 20-30 счастливый человек. Счастливый человек, если тебе за 20, за 30 минут клюнул. Все, что я могу сказать. К сожалению, нам так не посчастливилось. Ни за 20, ни за 30. Так, крутим 100 медового. И сосалка. Александр Фиткевич. Александр Фиткевич. Пишите игровой ник. Так, мы все правильно плывем? Такое, чуть-чуть не там. Во, тут уже 42 человека, да, вот тут уже чувствуется, что люди есть. Я могу тебе скинуть елки, но я уверен, что душу греть оно не будет. Не-не-не-не-не, спасибо. Так, Саша Ялта, все окей. Наверное, не последний. Так, не надо. Так, ну я там ВК-шку перекинул бы вроде бы, Серега. Я думаю, все получится. Нет, я тебе напишу тогда, чтобы ты мне ВК-шку перекинул. Надо будет музончик подобрать. И надо подумать, на какую сумму поставить. Полтинник у нас занят, сотка занята. Хз, блин. Надо будет подумать еще. Так, 22-й левел. Есть такое дело. Так, дальше запускаем. Судаковая 100 моделя и сосалка. Вы 40 минут разыграем. Да без своим сейчас кину, потом вдруг меня голуха найдет. Видишь, что он вообще стал тише воды, ниже травы. Что ты сделал с синелапом, блин? Он вообще скоро приходить не будет. Он даже не отреагировал на утреннюю эту фотку, блин. Я так и не понял, он ее видел хоть?
По-моему, ее даже не посмотрел, понимаешь? Hold up. Во, Сеньке верим матч за подписочку. Спасибо большое. Душевненько. А мудро, мудров. Спасибо огромное. Спасибо, родной. А ну я тут глянул. Ну я хоть глянул. Да, посмотрел. И даже ничего не сказал, представляешь? Короче, Серега, он уже все, он уже. Встречай в Смоленске. Встречай, по-моему, он реально выехал уже. Блин, как бы было бы классно, если бы на лодке можно было маршрут прокладывать. Добрый вечер, только начал игру, не пойдет своему там как... Братан, как малышу, вот мой ник, плюс они мне в личку. Я тебе дам 1000 червей, 1000 теста яичного, чтобы было на что ловить. А опытом, первое, что тебе надо к чему стремиться, чтобы у тебя были вот такие удочки, Тиана. Вот такие вот Red Stick. Купите RS-23 на 7 килограмм. И ловить, 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 покупать, продавать и так далее. А еще куча видео, прям вот набери в Ютубе, блин. Русская рыбалка 4, начальная рыбалка там и так далее. И там ты все посмотришь и поймешь. Игра отличная, замечательная, очаровательная. Приходи на стримы, участвуй в розыгрышах. Но я ж как уже как бы не маленького левела, поэтому иногда и я ловлю мелкую рыбу. Но, скажем так, только снял хорошо. Да ладно, он тебя не быстро найдет. Он тебя медленно искать будет. Он тебя медленно искать будет, растягивая удовольствие. Так, а я не понял, а у нас что, 4 человека в шарманнике? Понятно. Понятно, замечательно, очаровательно. Я подумал, че не работает, чей бог его знает. Для участия в розыгрыше достаточно поставить крест в чат Ютуба. Так, что-то я пока как бы не особо вижу. Бешеный клев. Сейчас мы вот так вот, вот сюда вот. И вот так будем круги наворачивать, скорее всего. Вот, 7-й левел, красавчик. Вот, чтоб тебе было на что изначально ловить. 1000 чертей. И 1000 теста яичного. И 1000 теста яичного. А еще как малышу, давай мы тебе еще что-нибудь подарим. Давай я тебе такой телестик подарю. И как малышу катушечку. Катушечку. Так, а где? Шо? Куда? Где рыба, бля? Вы обещали тут рыбы, ё-моё. Мерено, немерено. C3, D3. Где? Кто? Тут вообще 71 человек, ни хрена себе. А что они тут все делают? Такой пойдет, пойдет. Ни хрена не пойму. Пожалуйста. Это дешевые хоть там удочка и катушка, но, братан, тебе пока пригодятся. Так, что нам сказали? B3, B4. Мы как бы будем выходить сюда, сворачивать сюда. Вот так я сейчас постараюсь. Обед тут сюда, классно. Понял, принял. Понял.
Сказали, судак ушел на обед. Беда. Как Шепарду ловить? 30. Толь, так ты мне не сказал, что сейчас модно оказывается вот тут. C3D3. Я ж-то поехал E2F2. А мне сказали, ля ты, блин. Короче, сказали, ля ты, блин, Шепард. Оказывается, там уже никто не тусит, блин, ё-моё. Я поехал, а там ни дискотеки, ни девчонок, ни тут-тут-тут, а я вот это Е2, F2, блин, а там 5 человек, и я 6, и мы такие стоим, а не тут-тут, ни хрена, блин. Ай-яй-яй, надо же говорить, куда ехать. Шо ж я вот это поехал, а тут-тут нету. Несерьезно. У меня на Е2 лучше. Ну хз. Попробуем сейчас. Тут мне народ сказал C2, D2. Мы сейчас вот сюда и B3, B4. Мы вот сейчас вот так вот. И тогда уже хрен с ним по вот этой 25-метровой яме. И мы можем вообще вот так вот круг почета Е2 и потом вот сюда перехтать. Сейчас тут как проложу маршрут, блин. Главное, чтобы не потеряться. Сейчас у меня такой маршрут будет, ё-моё. Такой маршрут, что просто Алис. Спасибо, пожалуйста. Тут ступ слоновано. Да. Тут-тут, мана-мана. Так, рыба, хоро жрать, хоро обедать, блин. Ловиться пора. Я шо тут, я 150... Нет, 100 выкинул на эти. На блесна. И 180 на билет. 280. Пш, в минуса ушел. Проверить, что-то мне не нравится. Может, там какие-то пиявки прицепились. Вот, смотрите, вот тут пиявка сидит, блин. Тут не сидит. Тут тоже не сидит. Так, потихонечку уходим вниз. Александр, вы чтоб не угорать, вы покажите, сколько надо на богатую жизнь, братан. Я ценю людей с юмором. Покажите, блин, а то угораете, сидите. А вы сделайте так, чтоб, блин, все просто сказали. Вот это да. Вот это Александр Березовский. Вот это угорать. Угорать каждый может, блин. А вы считаете, я должен на миллион поставить, да? По полоску и собирать, чтобы мои дети, правнуки собирали ее. Поэтому вы не угорайте, вы покажите, как надо, блин. Угорать мы все умеем. Не учите нас жить, помогите материально. Поэтому вот это угораю, не угораю. Дело такое. Полоску можно всегда и добавить, что я делаю. Оставить миллионы и миллиарды, это надо быть глупым человеком. Так что, рад, что вы поугарали, рад, что вам доставил, так сказать, поднял ваше настроение, Александр. Ну, я же говорю. Не учите жить, поможите материально, раз вам так смешно. Так, Кирочка, иди ко мне, я погладу. Да. Кирочка уже на окне. Кирочка уже на окне. Так, что у нас? Через 3 минуты. Судаковая, 100 мотыля. И поедем дальше.
Так, переходим вот сюда, и по 25-й возвращаемся. И заныриваем вот так вот на Е2. И потом вот так, короче. Так, план Барбаросса. Только рыбы что-то не... Рыба что-то не ценит мой этот стратегический план, блин. Непонятно. Продолжаем ловить чпакуней. Так, Толя сказал 30 рыб в час, но Толя не сказал каких. Может, это чпакуни? Так что тут как бы пока все работает. Пока все работает. Вот не нравится мне постоянно вот эта залодка, следи, поворачивай, блин. Я же говорю, можно было бы нанять какого-то это, штурмана, блин, ё-моё, и хай бы он... Вот было бы, вот, кстати, вот бы они придумали, лодка со штурманом и лодка без штурмана. Без штурмана сиди сам, поворачивай вот это, блин, постоянно крути, верти, блин. А если бы нанимаешь лодку и нанимаешь еще и со штурманом, то просто прокладываешь маршрут, и она херячит себе, и все. О, классную мысль придумал, ребят. Пусть дороже стоит, но зато ты вот это вот не следишь постоянно карту, не крутишь, не мутишь, блин. Мне кажется, отличная мысль. И разрабам лишняя сера, говорится, с нас. Я бы брал со штурманом. Представляете, вот так вот проложил, вот так вот нарисовал. И все, и направление вправо-влево, блин. И все, она ходит, ты только лови, кури бамбук, блин. Да? Ой, я мысли даю классные, да? Замечательно. Вот штурмана надо ввести в игру. Так, Серега, как... Да ё-моё, ну, блин, братан, опять ты... Спасибо, блин, ё-моё. Не ягермастер, конечно, сейчас скину. Ягермастера нема. Я знаю, что ты у нас по ягеру. Спасибо огромное. Так, тут мы что-то плывем. 4 часа. 4 часа. Потому что меня лично вот это утомляет. Постоянно следить, куда поверни, блин, туда выстави, блин. Как бы удовольствия не получаешь. Да, тебе спасибо. Тебе спасибо. Санек, привет. Мне вот это постоянно следить за картой, ну, оно меня кумарит. Особенно на куоре. Чуть проглядел, в берег въехал, блин. Там того куори как кот наплакал. Чуть отвлекся, шарманка, что-то еще, все, ты уже на берегу. Охрененный судак. 150 грамм. Так, сейчас крутим шармандель, ребят. Сейчас вытащу рыбу. Закину удочки. Ну, блин, все нормально. У нас сколько уже рыб? В садке 19. Сейчас и будет 30 рыб в час. Только каждому своих. Кому-то больших и жирных, а кому-то, блин, чпакуней. Так, все хорошо. Так, разыграть. Судаковая 100 мотыля. Серега Грес. Сергей Грес. Сергей Грес. Пишите игровой ник. Хотя тут на B3 тоже 41 человек. Mm-hmm.
Сергей Крис. Ждем. Минуту. 44 у меня будет. Поедем дальше. Так, 230 вижу. Выжу. Блин, тут кто-то клюнул. Не вовремя. А, господи, думаешь, единец. Женя Брюэт. Так, дальше вертуха крафтовая, 100 гороховая, 100 кукурузная и леденец. В зеро, разыгрец. Спасибо, вам спасибо. Вам спасибо. Все, счастливый час мой, я так понял, закончился. Так, ну я сейчас особо за опытом не гонюсь. Левел я апнул. Следующий не скоро. Так что мы особо... Так, вот я хочу, короче, все-таки выскочить на Е2 и потом спуститься сюда. Попробовать вот так. Нет? Значит, нет. Сказали, что по 25-метровой этой яме, где я сейчас плыву, что тут тоже клюет. Вот я по ней плыву. Мели, точнее сказать, 25-метровой. Рыбы нет даже на этой херне. Чего? Старикан, я вообще не пойму, о чем ты спрашиваешь. Куда уходил? Что за бред? Васек, привет. Уходил со стрима. Прочитай свой вопрос и пойми, ты сам понимаешь, что ты спрашиваешь? Так, чисто поржать. Ты сам понимаешь, в чем, что ты пытаешься спросить? Я лично ни хера не понял. Так. А тут и рыбы не видно, если честно. Тетя Света. Господи. Так напиши, у меня жена Света. Откуда я знаю, о чем ты речь ведешь? Да, выключали свет на 15-20 минут. Я перезапускал стрим дневной. Тетя Света. Пипец. Пипец, шо хош, то и думай. Так, что-то тут тоскливо, если честно. Хотя тут тоже 71 человек. Что они тут делают, непонятно. Дмитрий, привет. Хаюшки. Мы плывем.
Тут вообще ни хера нет. Откровенно говоря. Так, во сколько у нас? В 0-0, да? Шарманель, вертуха, 100 гороховой, 100 кукурузной. Судак. Опа-опа-опа-па, блин. Ё-моё. Лосик. Надо было прибухнуть. Клов, ну вот. Вот. Короче, тут внизу, я смотрю, ни хера толком нет.
Ох, а Сёдрик 29 473. Короче, надо, наверное, наверх подниматься, потому что всю рыбу ловят, я так понимаю, на верхней. Давайте выйдем на Е2. И вот так вот спустимся. Опача, рыба-кит плывет под нами. Хотя вот тут можно и сбросить скорость. Тут типа вот рыбы плывут. Во! Говорите, эхолот не работает. Работает, смотрите. Какая-то тюлька плывет. Уже интересно. А вот это вообще прям интересно. Хорошо мотает, бля. Так, Александр, вчера на дип 570. Я на и ловлю на него, дружище. У меня стоит на первом. На 25-й яме. 25-й, ну, тут же, где я. И тут мало ли какая еще 25-я яма. Даешь осю? Ня! Ня! Не люблю давать осю. Не хочу давать осю. Найман Ливен, ща поржем. Че поржем? Все нормально. А че поржем? Что не так? Вытаскиваю рыбу. Спокойно, без нервов. Профессионально вытаскиваю рыбу. Три одинаковые сборки, я понял. Ну, это просто щука. Чё ржать-то? Чё ржать? Чё ржать? Скажите вместе, пошёл. Просто вместе пошел.
Крюки 2-0. Ой, крюки, блин, я не люблю менять. Вот там на вот это я поставил 2-0. Какие. А чё так мотает? А, потому что стилнес. Потому что стилнес. Все нормально. Все хорошо. Потому что так надо. Дермаката. Здрасте. В свое время суперката. Толь, извините, но нету у меня. Нету у нас с перламутровыми пуговицами. Толя, что есть, то и ловим. И стилнес, и жу ему дермаката. В свое время, ё-моё, стилнес, ё-моё. Фига себе, дермаката. Взял, обидел мою катушку на 17,5 килограмм фрикциона. Вы не ловите, вы мучаете. Мы получаем удовольствие от рыбалки. А что толку китобойным этим гарбуном? Горбить рыбу и вытаскивать это якорной цепью. Отправляйте венки, черные платья и платья на шепу будет на... Да. Да. Я такой. Я могу. У меня байка с катушек ничего другого лучше, чем этот стилнес. Просто нету. Нету. Бомж я. Бомж. Поэтому что есть, на то и ловлю. Мы люди непривередливые. Чё маемо, то маемо. И вообще я не спиннингист. Начнем с этого. Так, а я что-то вот не вижу, если честно. А, вот Силхэт здесь. А Шармандер вот прям сейчас будет. Так, а куда я венгу вхерячу сюда на Эвору? Дядь Толь, куда, если сюда байкасты? Юр, ты сегодня весь вечер, весь день прям со мной. Прям добрый вечер. И Сера. Сера для другого. Сера, открываешь и глаз радует. Куплю эту, как его... Я забыл, как ее называют. Херню эту катушку, блин, мультипликаторную. И все. Не буду я покупать троллинговые палки. Не буду. Я сказал, я куплю себе катушку. Все, вот куплю я катушку, а потом буду покупать троллинговые палки. Толя, я Овен. Со мной спорить бесполезно. И в придачу я не спиннингист. Сережка, добрый вечер. Юрчик сегодня с нами прям весь день. Кэтпэц. И куда ты эту катушку ставить будешь? Просто положу у себя в доме. Просто в доме положу, и она будет глаз мне радовать. Буду ее в доме хранить. Вот такой я северный олень. Да синей лапой тоже пытался фыркать, там пыркать. Дыркать, понял, что со мной спорить бесполезно и уже больше этого не делает. Спасибо огромное за подписончик. Сегодня первый день выходной, вот и расслабляюсь. Как это первый день? Андроид, спасибо за подписку. А как? Подожди, как это первый день выходной? Подожди, Юр, ты меня пугаешь. Выходной первый день с Нового года или как? Что-то я немножко первый день выходной. Или у тебя просто это... Посменный график и потом несколько дней выходных, скорее всего. И сегодня там один из трех или один из двух первый день выходной. Какой вариант правильный? Так, погнали, крутим, мутим, баламутим. Разыграть. Ха, Юра! Плейгейм! Вот Юрчик, видишь как? И тут как стало вести. Сейчас ночью пришел. А, у тебя неделя. О, так у тебя реально
Так, а подожди, а сколько ты работал до этого, Юрчик? Неделя выходных — это хорошо. Так ты ж, наверное, херячил, блин, по полной программе. Так, а где-то ты у меня должен быть недалеко. Но если ты все равно напишешь свой ник, будет лучше. Да, PlayGame 613, совершенно верно. Неделя выходных — это хорошо. А сколько ты перед этим работал? Без выходных. А, 4 ночи? Так какой-то, блин, чуть нормальный график, я хочу сказать. 4 ночи работал, теперь неделя выходных. Так это вообще просто какой-то царский график. У меня батя, блин, работал, так у него это... 4 первых, день выходной. 4 вторых, день выходной. 4 ночи, день он отсыпался, говорится, и день выходной. Вот такой вот охеренный график. И проработал всю жизнь буквально. Ну, не буквально, а практически всю жизнь. Так, вертушка. А тут 4 ночи, неделя выходной, так... Это вообще капец, блин. Так жить можно, мне кажется. Я понимаю, что 4 ночи тоже не кайф, конечно, но... Это ж не то, что, как я тебе рассказал, как у бати график на заводе был. У меня график сейчас 5 ночей, 9 выходных. А, вот так даже. Так ты, короче, только по ночам, получается, работаешь. А ночью, видимо, и доплата идет какая-то еще дополнительная. Наверное, за ночные платят больше, чем за дневные. Не просто ж ты так. За ночь же, наверное, доплата идет еще. Посмотри погоду на архипелаге. Сегодня солнце, завтра солнце, потом все, потом опа, потом опа. Так, едем на Толиный Е2. Да, конечно, все, видишь, какое... Не настолько со мной все плохо, блин, как обо мне думают некоторые люди. Я вполне, блин, догадливый, ё-моё. Да-га-да. Спасибо, пожалуйста. Так, стоп. Юрий, мы вручили, заговорился я. А дальше не запустили. Судаковая, поппер черный. Судаковая, ребят, поппер черный. 100 медового, 100 кукурузной. 100 медового, 100 кукурузной. И расхренячим мы все это дело в 20 минут. Ребят, стрим еще 53 минуты. Сегодня у меня как бы 3 стрима по 2 часа. И завтра я, скорее всего, точно так же по такому же графику отстримлюсь. Я так думаю, по крайней мере. Я так рассчитываю. Так, пора нам это, торпедный катер разворачивать. Сейчас Толя опять скажет. На троллинге разворачивается. Сколько его учил, учил. Он на троллинге разворачивается. Да, была, Тютоль. Днем. Днем.
Между регионами ничего не передается, братишка. Это у кого-то не спросишь, это не то, что я могу, кто-то не может, блин. Между регионами не осуществляется передача. О, Саня не выдержал. С кем ты спорим? Говорят, на тебе это ката. Он говорит, надо, говорят, зачем фидерочки влажишь, у тебя буники с плюсом. Он говорит, надо просто бог рыбалки. Ля, Саня весь стрим сидел, молчал. Спасибо, пожалуйста. Весь стрим молчал, блин. И тут не выдержал, блин. А ничего, что эти говорили, как их разрабы, что если даже эти палки с бонусами, но вложенные очки лишними не будут, что они дают это, что они дают дополнительно. А, ничего или чё? Скажи, я котлетки жарил. Ой, блин, кого-то ты мне все больше и больше. Знаешь, если Сергей Олегович потеряется... У нас будет Александр, как по батюшке? Санечек, я не помню, спрашивал или не спрашивал по батюшке. То у нас вместо Сергея Олеговича будет его, блин, стопроцентная замена просто. О, Александр Иванович. О! По-моему, тут свято место. Синелапый себе вырастил достойную замену, я хочу сказать. Просто ты уже так похож на него, что пипец просто. Серега Жилнин, он на донат сделал там Сергея Олеговича. Ля-ля-ля-ля-ля! Выполз! Выполз! А ты откуда такой? Из-под какой лавки? Ля! Еще один сидел, молчал. Нет, вы чем прикалываетесь? Ля! Ля, блин, них. Ля, капец. Да штанов его и так уже лишили. Видите, он без штанов, блин, ё-моё. Ходит голый, вот это светит задом своим, блин. А, Саня, ты видел, я скидывал тебе новую картину Серёги? В этом вайбере, блин, ё-моё. Никто даже синелапы не оценил. Уже никто даже не оценивает, блин. Саня Орлов тоже посмотрел, промолчал. Странно. Странно. А что ты хочешь, Серёга Жилнин? Они ж ты видишь, два сапога пара уже. Скоро придется такие же эти картины на Сергея, ой, на Александра Ивановича писать. Санечек, скоро я тебе фотку Александра Ивановича раздобуду. Ты видишь, они уже одинаковые. Александр Иванович, наверное, обижается, что про него-то никто ничего не это. Я бы обижался. Чё все про Сергея Олеговича, да про Сергея Олеговича. Несерьезно как-то. Это как-то вообще, блин, уже и утро, блин, нихера не клюет. Видел, Серега супер, во! А Сергей Олегович, а вы посмотрели, вам понравилось? Тут пипец, одни по имени отчеству только уже. Так, что-то нигде ни хера у меня не клюет, блин. Все как обычно. Что это так упирается? Чьи жопы это щучи боком? СЧ. СЧ.
Что такое СЧ? Счастливый час? Чё не понимаю. Толя загадками какими-то говорит. Надо было бы еще две морды вставить. А, рядом. И чиш личики ты хотел вставить. Две морды. Фу, как грубо. Фух, грубиян какой-то. Сергей Олегович. Так, я не знаю, мне что-то кажется, надо поставить второй такой же. Что-то на этот не особо. Так, а нам уже пора сворачивать. Да, мы не знали, чьи еще вставлять. С кем ты по финским саунам ходишь? Киселева надо было, блин, и кого-то еще, блин. Но у меня Киселева фотки нет. О, это что-то уже 4. Ой, как он ответил, прям, ё-моё, он это ответил, прям, ух, просто порвал своим ответом, блин, прям вот такой мужской ответ прям прозвучал. Серёга Жилнин, ты понял? Троф от 15, троф кого? Кольца на Ауди есть смысл? Юр, я ни разу в жизни не менял, не чинил. Юр, я не знаю, есть смысл, нету. Я вот за 4... Ой, не... за сколько, господи. Короче, с декабря 2017 года. Я ни на одной снасти не менял их и не чинил. Лось? Та, какой? Лось килограмм 25 троф, если не ошибаюсь. У меня, кстати, лося нету трофа до сих пор. Его увеличили даже, этот, трофейный вес, блин. У меня и этого не было, его увеличили еще. Если я не ошибаюсь. Не уменьшились, правильно? Килограмм 25, лось. Да, Юр, я никогда в жизни не менял. Они там стоят... Забудь за них. Забей. Кольца при 40 он, Толя, меняет. 30 килограмм даже. Охереть, блин. Ну был же 25, правильно? Был же 25, я ж ничего не путаю. Так, надо нам еще вот так взять. Топ голове я на 4 еле вытащил. Давайте посмотрим просто. Лось атлантический, да? Кэлэ, лось. А, у меня вот самый большой. 13 284. За все время. У меня каспийский, и то больше, блин. Так шо, блин. Не светит мне. Антон, здравствуйте. Кривой Рог, привет из земеля. Здорово, дружище. Кольца? Ну, скорее всего, я думаю, на износ лески, блин. Но на что они еще могут влиять? Чем убитие кольца, тем, наверное, быстрее будет изнашиваться леска. Ну, как бы, если по логике, конечно. На дальность заброса, как вариант, могут еще влиять.
На точность, наверное, заброса. Пух его знает. Ну, это мои такие предположения. Там правильно, неправильно. Я хз. Так, крутим Шармандель. Опча. Сергей Виткус. Пишите, игровой ник. Мы ждем вас. Ждем, надеемся и верим. Снова ношу вешу. Я что ли виноват в чем-то? Копатель. А так, что, это ж было, когда вы выигрывали? Вчера, по-моему. Че ж снова? Я думал, вы прям сегодня снова. Не, все нормально. Сейчас я следующий напишу просто. Секундочку. Так, копатель. Пойду чай сделаю, поддержу ЗОЖ. Даже Серега, видите, блин, перестал ягерь на чай. Все верно, предложение правильное. Так. Во, я даже правильно сказал, представляете? Я прям только что в своих глазах вырос прям. Ни хрена себе, вот это я ляпнул, не подумав. Это я ляпнул, не подумавши. Утка. Копатель. Так, погнали. Ну и, конечно же, самое главное. Запорожские леденцы, блин. Так, едем. Вертуха. Крен 65, 100 мотыля, 100 горохового, 100 медового. Расхренячим в 40 минут. Так, что у нас? У нас тут рыба начала клевать. Ё-моё, а я пропускаю самый интересный момент своей жизни. Эх, какой лосось, блин. Всем лососям лосось. Так, а теперь мы что-то куда-то уже опять не туда рулим. Андрей, привет, спасибо огромное. Вам точно так же. Так, ну что типа этого? О, только вот, короче, все, у меня вот тут клюет. Я к концу стрима понял, где у меня клюет, блин. Главное вовремя понять. У меня все-таки клюет на C3, D3. Подожди, ничего не понял. Так ты штука брал, подожди. Да, 11 месяцев. Так, подожди, Юр, ты ж только вот недавно. Что-то я ничего не понял. Подожди, я ничего не пойму. Это просто ты можешь высветить, что ли?
Ты ж только вот, ты недавно, блин, оформлял. Что я запутался. Ничего я не понял. А ну объясните мне, господа спонсоры, это чёрт. А, в чате ему все, я ж перепугался. Ты думаешь, что за ерунда? Я знаю, что ты только вот оформил уже. Раз в месяц, все, я ж перепугался, ё-моё. Думаю, что за фигня, блин. Я ж тоже как бы знаю. Можно показать. А, я этого не знал. Так ты сам можешь это показать. Я лично так, как ты, сделать не могу. О, как. Рамку можно один раз любой. Все, я понял. Я ж этого не знал, ребят. Я аж перепугался. Думаю, что за бред, блин. Думаю, как это? Он человек только оформил. Вот, буквально. Ну, я имею в виду, повторно оформил. Вчера Deep Runner хорошо, 20-80 на две палки за час здесь. Ой, ребят, я тут уже полчаса еще поплаваю, поэтому 29-е, 35-е. Честно, тут столько этих цифр, вы бы лучше писали бы квадраты. Между 29-е и 35-е. Тут этих ям... Тут пойди, где это 29-е и 35-е. Я вообще хз, где это? Да, в феврале будет год, но тут у нас сколько? Самые большие, по-моему, 17 месяцев. Андрюха Рекс Эндрю, по-моему, да? Самый старший аксакал. 29. Вот ты сказал 29-35, я вот в упор не вижу. Иннет лагает, у меня все нормально. Азамат, привет. 29-35. Хер его знает, где это, блин. Как клёв, лучше всех. Как всегда. Все как всегда, все замечательно, очаровательно. C3D3 ошибся. А, так я ж тут, мне ж тут ты подсказали, я ж тут и плаваю. C3D3, дружище. Мне ж так и подсказали. А я ж, Антон, блин, теперь пытался найти это твою. То, что ты написал. C3D3, да. Сейчас тут все тусуются, я знаю. Я уже в курсе, мне объяснили, где сегодня танцы. Блин, ну как лодка эта кумарит, ее постоянно поправляй, блин, да ну. Честно, постоянно отвлекаешься на нее. Пусть штурманов продают, блин. Так, а что там плюсуют? Нихера не могу понять. Плюс. C3,
Судак, щука. А, судак 8960. Так, сейчас, по идее, должно что-то клюнуть. Судя по этому. Эхолоту. Но это не точно, да? Рыба пипец просто. Так, надо разворачиваться. Что там, 7 минут для Шармандиля, да? И потом крайнюю еще запустим. Как обычно мы в конце делаем. Бутылку имперки и 50 водорослей. Так, я надеюсь, свои 280 потраченных серых хотя бы отбил здесь. Но это не точно, да? Теперь мы вообще не троллим, теперь у нас вообще скорость 0.1, блин. Зашибись, блин. Йоза добренький. Try to fuck with me. I'll take on your body parts to a fucking graveyard.
Пипец. Рыба, блин. Так, 4 минуты до шарманделя. Все, потом крайне запускаем. И цигель, цигель, ай, люлю. Все, будем отдыхать. До завтра. Сто 14 человек тут, ну, как бы для 114 чат слабенько движется. Волны, мы еле это, у нас скорости нет вообще для троллинга. Мы еле шкребемся. И рыбы нет. Вообще. И вправо сносит. Так, 40 минут, погнали. Тут клёв такой прям аж. Йоза, Сергей Виткус чуть опять не выиграл, ё-моё. Йоза, пишите ваш там, как его там. Йо-за.
Паланьоза есть. Так, сколько у нас билет осталось? 12 часов. Ага. Ага, понятно. Спасибо, да пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Погодь, леденец еще. Еще ж леденец, ё-моё. Так, окей, запускаем. Короче, две шарманки, я так понимаю, еще будет. Бутылка имперки и 50 водорослей. Бутылка имперки и 50 водорослей. Так, одну разыграем. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. В 0-0, да? Да. Опа-опа-опа-па-па-па-па, трещим! Трещим! Рыба! О! Что-то на рыбу похожее клюнуло. Толя, что ты делаешь? Плюс, плюс. Чего, чего, чего? Толя, что ты делаешь? Не понял я, что Толя делает. Так а что Толя делает? А мне скажите, ё-моё. Ни хера не понял. А, у меня отключены рекорды эти. И что он там поймал? И где Толя тусуется? Ну и мне скажите, мне ж интересно, ё-моё. Лосяка спискова, Толя Пахтуби хренячит, блин. Ничего себе. Толя на Ахтубе тусуется, оказывается. Нормально. Да, он плыл по архипелагу и случайно выплыл в Ахтубу. Я так и понял. Так оно и было, блин. Лось Каспийский. И что ж там за лось? Появился уже. Так, что-то мы куда-то вообще, хрен знает, куда нас отнесло, блин. Сносит еще. Дача. Мало того, что волны, так еще и сносит, блин.
На четвертом месте по России буду. Красавчик. Ну ты ж не синего, я надеюсь, поймал, ё-моё. Килограмм. Так это даже не труп. Это даже не труп. Я там думал, я уже чуть ли не расстроился. Ах, все нормально, оказывается. Это просто обновленные, блин, рекорды. Я уже прям все уже расстроился. Блин, вообще не плывет лодка, блин, с этими волнами. Ахаха, вот, конечно, сижу тут, блин, рыдаю. Уже хотел сказать, Толя, а ну плюс они, давай твою эту, пройдемся по твоей подноготной. Бля, да выделывался, рыбас. Блин, сошла. Ну ничего, не сильно большая, но сам факт, что сошла. Лодку, думаю, разверну, потом вытащу. Да, выделывался. Раздевался, извините. Чпогунь, то не чпогунь, нет, то что-то более-менее, то лучше чпогуня было. Еще не вечер. Еще не вечер. Толя, короче, решил сегодня Каспийского убить. Всех каспийских этих лосей на Ахтубе выловить 100%. Ля, лодка, ну вообще не плывет, блин. Оля, то ничего, блин, сидишь, то сразу три. Как она, щука. В принципе, как Толя и сказал, у меня, наверное, так и будет, 60 рыб за 2 часа. Но всех подряд рыб. Невыборочных. Но если кто обратил внимание, раньше я резал всякую там херню на мясо, блин. А сейчас вот тупо все стал продавать нафиг. Сейчас всю подряд беру в садок, отпускаю только уже там каких-нибудь, ну вообще там смешных. Там, я не знаю. 20 грамм там и так далее. 50 грамм. А все остальное, блин. Все собираю, все продаю. Вот так. Тяжелые времена в рыбалке настали. Все собираем, все продаем. Аналогично. Ну да. А шо, ну, копеечка к копеечке. Глядишь, блин, и дом на куоре, блин.
Так, теперь наоборот мы куда-то. Не туда, блин. Блин, да твою мать. Как мне надоело эту лодку вечно поправлять, блин. Хорошо, я же говорю, как золото. Нет, вот все правильно. Золотые слова. Золотые слова. Настримился, аж спина уже ноет. Так, все, 7 минут и бутылка имперки и 50 водорослей. Там тудак в кафе на 5 килограмм. Тудак, мудак, судак. На 5 килограмм. Это хорошо. А у нас такой есть? А у нас нету на 5 килограмм. Ёперный театр, бля. 4749. Фиаско, блин. Димон, привет. Здорово. А у нас нема. Снова мимо кассы. Там 5 минут до шарманили, да? 5 минут. 5 минут. Push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it until I am dead.
Что, делаем разворот? Так, 2 минуты крутим шармандель, бутылка имперки 50 водорослей, и потом еще один такой же запускаем, и все. Так, ну я 180 билет и 52 блесны, 280 у меня затрат. Смотрим, что мы тут вымутим за 2 часа. Ее еще и сносит, вот ее выставляешь, а ее еще постоянно сносит, эту гребаную лодку, блин. Пипец, блин. Для бодрячка, блин, спасибо огромное, блин, братан, спасибо есть для бодрячка, да, для бодрячка надо, чтобы клёв был, на тебе копченого леща, ой, и выпить, и закусить, ой, блин, спина, что-то уже, старость, не радость, боковой ветер, а то ж и плохо, что тут сильно много физики всякой, блин. Одна сплошная физика, блин. Боковой ветер, лодку сносит. Только сидишь, как этот, поправляешь ее все время, блин. Только и делаешь, что поправляешь все время лодку, блин. А то, что внизу, там, рыбаки, да, блин. Что это за херня у него торчит, блин? Это же симулятор. Ой! И не говори, Санечек. У нас есть симулятор хейтера в чате, да? Синий лапы Чингачгук. Ля, он что-то вообще, блин. Серега, ты прекращай это там так на выходные отрываться. Сегодня уже вторник, а ты молчишь, блин. Ему, блядь, второй день еще херово, блин. Молчит, как вот у Сыджи, блин.
Прекращай так вот это, блин. Ну его нафиг, блин. Нам нравится, когда ты разговорчивый. Тебя хоть можно потроллить чуть-чуть, блин. Молчит, как жабыня какой-то. Зеленая. Че, Серега Желнин сделал еще на донат там с тобой связанную еще штучку. Вот я думаю, на какую сумму поставить. По-моему, придумал даже. На пару рублей. Не. О, бухое печенюшка. Здравствуйте. Не, я придумал. Мы танец Синелапова замутим. Так, а чё молчите? Шармандель, ё-моё. Шармандель же, ёханый бабай. Бутылка имперки и 50 водорослей. КС Самара. Сайк Самара городок. А как я в шарманке? А как я в шарманке? Я плюс не ставил. А ты поставил Толи кучу плюсов. Ты что, забыл ты Толи? Плюс, 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 Толя, Толя, Толя! Ну вот тебе и плюс. Ты вообще реально что-то поймать. Я сутки съел на белый, пробовал. Азамат, Судакова явно не для белой, я тебе честно говорю. На Судаковую, блин, где там в последнее время что-то кто-то писал уже? Саня, ты писал, что на Судакову сейчас ловят, только где? Ник из Самара. Сейчас кидаем. Как дела, хлеб? А что, а что такое? А, на яме, вот, видишь? А ты на белой. Зачем ты? На белой это вообще не для белой блесна. Для белой там, по сути дела, вертушки, блин. На яме, на Судаковой. Троллят, че что там делают. Троллят, скорее всего. Так что, Азамат, зря ты ее вот это мучаешь там. Толку не будет никакого. Оставь блесенку в покое. Не мучай ее. Так, есть такое дело. И еще раз то же самое разыграем, ребят. И все, у меня кончатся сейчас мои билеты. На яме не... Ой, на яме, подожди. Фу, блин, я с этой, с Тунгусской уже путаю. Ну, извиняйте, третий стрим. Ничего страшного, бывает. Так, во сколько мы? Ну, билет закончится, туда-сюда рыбу продаем и разыгрываем. Это уже скоро будет. На яме, господи, на яме. Ну, третий стрим, ну, мне позволительно. Сегодня 6 часов. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Про Золотарика. Да нет, Золотарика, рано тебе бежать. Рано. Так, а кому там плюсовали-то? Лось 21. Не-не-не-не-не-не-не. Все, заканчивается мой билет. Сейчас. Вот приятно, что билет кончился, тебя тюнь только, и ты на берегу. Благодарю. Пожалуйста, вам спасибо. И не надо ни плыть от седого, блин, ни хрена. Вот это радует. А то прикалываете, билет закончился, у тебя мотор отключают, дают весло, и ты гребешь часа два. Ха-ха, вот бы был бы прикол, блин. Прикалываете, блин, вот если ты билет не проплатил,
У тебя заканчивается, отключается мотор, блин. У тебя появляется весло, и ты гребешь, блин. Вот это прозрабы, блин, могли бы сделать фишечку, блин. Называется «А ты не забыл купить билет? Или как ты вернешься домой?» И скорость, блин, лодки там, я не знаю, 0 километров в час. Перед заходом. Ну, Санечек, ну что ты, ну, ну лянь, я такую идею классную подал, блин. Ну что ты вот так вот, фу, ну так, ну как синелапый вот так. Взял все, обломал, блин, пипец, блин. Перезаход и все. Фу, блин, а где романтика, блин? А вот не работал бы, вот все, пока не доплывешь, даже с игры не выйдешь, блин. Вот так вот, все. На берегу только можешь выйти с игры, блин. Вот взял и испортил, блин, я тут так расфантазировался, блин. Такие идеи шикарные в голову мне лезут иногда. За штурмана я сегодня пофантазировал нормально. За билет, если ты не купил два билета, блин. Кто возьмет билета в пачку, тот получит водокачку. Я бы, он, ты бы первый. Я с такой спиннингист, блин. Мне похрену, блин. Ты бы первый. Ля, Сергей Олегович еще тут оказывается. Ты ба. Ну, а не вот так, чтобы билеты всегда были про запас. А билеты тут не дешевые. А чтоб всегда хотя бы на час был билетик, а? Вот так вот. Понимаешь как? Чтоб без запасного билета никто не выходил, блин. Чтоб время цигель-цигель, алю-лю, блин. Ничего не понимаете. Сергей Олегович, ты когда разговаривать начнешь? Сегодня у тебя второй день отходника, что ли? Turn off comp. Ты завтра уже начнешь это проявлять признаки жизни, блин? Бо мы тебя в натуре закодируем. Нафиг нам такие твои вот это. Три дня гуляешь, два дня молчишь потом, как рыба, блин. Потом два дня разговариваешь и снова три дня загул. Пшш. Мы скоро забудем, как ты вообще выглядишь, блин. Без штанов уже даже остался. Серега, ну это пипец вообще. Вот до чего догулялся. Без штанов остался. Капец. Все люди как люди с малиновыми штанами. Все как положено. Серега, Серега. Мне лень, вот скажи, что ты тупо лежишь на диване вот так вот, да? И в потолок плюешь. Кстати, сегодня про Сакэ написали, что это, типа, запускают по какому-то казахскому телевидению, и, короче, в Ютубе, типа, первая часть не будет воспроизводиться, блин. А за вторую часть вообще, главное, на канале Сакэ вот это объявление вышло, а за то, что, блин, новая серия вообще-то должна была быть 7 января, вообще похрену. Люди пишут в комментариях. Ау, где серия? А им похрена, блин. Так вот. Еще пару дней попустит и пойдет пад в дело. Каких пару дней? Завтра он уже, я думаю, он уже там с бадом, но он ему еще не лезет просто. Он ему через силу просто. Он, знаете, он через клизму его эти дни принимает, блин. Еще завтра, по идее, он уже будет адекватный, блин, скорее всего. Среда, четверг мы его видим адекватным. И пятницу днем пока на работе. А потом он... Москва, Воронеж, хер догонишь, блин. Молчит, даже ничего возразить не может. Вот так вот. Так, ну что, 66 рыб. Как то ли я обещал, в принципе. Что-то ловили-ловили. Корабли лавировали-лавировали. Ну что-то еще наловили, я хочу сказать. Мы что-то еще и наловили, мы что-то еще и продадим.
Так, в эту же пятницу будет наш этот Поп Хей Ла Ла Лей. Сериал прикольный, казахстанский, как правильно. Саке, вот так вот прямо набери. Там первая часть полностью есть. Вторая часть вот и выходят серии раз в неделю. Но в связи с событиями в Казахстане, должна была следующая серия быть 7 января. Ну, до сих пор нету. О, вот зашибись, мне нравится. Да. Роп. И ты на месте. Так, ребят, продаем рыбу, разыгрываем. Бутылка имперки, 50 воин. Серега, ну они на Новый год и не обещали. Они обещали именно на Рождество. У них там КНБ сейчас хорошо. Там слышал ты это? Один КНБист там высокопоставленный застрелился. Один там еще какой-то выпрыгнул, блин. У них там КНБ сейчас занято, блин. Их там шерстят по полной. Так, шоу мы имеем. Нас имеют, блин. Я что-то словил мелкое, 3 штуки. Ёж, елец, судак, мудак, блин, нету у меня. 70 сиры, а жалко. Короче, тут нихера, да? Понятно. Уже 14-е. Дядь Серёж, ну что ты? Сегодня 11-е. Дядь Серёж. Боже, ты уже даже потерялся во времени, дядь Серёж. Ты меня пугаешь. Дядя Серёжа потерялся во времени. Ай, на-не-на-не-на-не. Так, смотрим. Горюшка, ладно, это понятно. Лосей. На 223. 180 билет и 100. Почти. Ладерский. О, 250. Все, я уже в плюс пошел. Нормально. Так, щепоку не ладно. Рыба мечта, 10 рублей. Судаки, 187. Вот мудаками я отбил билет. Форель озерная. Вообще галимая рыба. И щука, 220. И вся рыба... 920, тю, ребята, кроме шуток. Ля, вроде бы ни хера нормального не ловил. Ну, если бы я еще не потратился на две блесны, сотка, блин. То вообще более-менее ничего так. Сережка, привет, добрый вечер. А кого ж нам особенно спать сейчас? Да мы тоже уже заканчиваем. Серега Кутузов, мы тоже уже все. Не, за 2 часа маловато, но пойдет. Так, Серега, ой, Толя, я ж вообще ни хера нормального не ловил. Одно говно, блин, судака даже, блин, на 5 килограмм не поймал. По массе у меня что, самое большое? 9 килограмм лось, ну. Пшу. Я считаю, для такого веса, блин, у меня все не так уж и плохо. Еще более-менее. Так, но пока я кату, блин, покупать не буду. Мне надо денег хоть каких-то про забас себе оставить. Сколько она стоит, ё-моё. Самая дешевая наша на Волкове, правильно? Через 2 Новый год. Так, ого, я тут поддержку тебя чай пью. А какие, Толя говорил, эти, блин?
1200. Ну, извините, я 300, блин, не догнал. 300, простите. Спин ультима топовые, 24 тысячи серых. Что это за спины? Это лучше, чем бойлы ПВАН. Не, ну это понятно. Да, на бойлах там оно тунь-дюнь-дюнь, клац-клац-клац, минус 400, блин. А то и больше. Даже не понимаешь, куда уходит. Так, удилище, спиннинг. Правильно? Спиннинговые. Ультима. Ультима. А, Сигун. Точно. Ультима. Ну тут дороже, я так понимаю. Вот эти вот SM100HH. Да, да, на 142 килограмма, ты говорил. Да, вот жесткость я вижу. 10-10, блин, ну понятно. Плюс 10 к спиннингу, 3 к тому, 2 к тому, 2 к всему. Ну да, палка, конечно, нормальная. 142 килограмма, зашибись. И жесткая. Согласен. Согласен. Хорошая палочка. Безусловно. Вот, ребята, если шо, вот для троллинга самое то. Все, ладно, роднулькины, пошел я, отдыхулькины. Всем споки-ноки. А, разыграть, ёп. Сейчас бы свалил бы, блин, и не спал бы. Вот и себе, я себе такой взял, и на яме с ним норм. И на яме с ним норм, и везде с ним норм. Так, вы меня крутите, да? А я хочу катушку купить. Гоха 6380. Пиши. Лосидоси с венгой вылетают, как окунь. Бля. Крутите меня, да? Крутите. 24, 24, 48 тысяч. Нет. Куплю катушку себе. Поставлю ее в доме. И буду 24 тысячи собрал, купил. 24 тысячи собрал, купил, блин. Все. Дайте осуществиться мечте моей. Гоха, пишите игровой ник. Как не передалось проклятие с моего аккаунта. Трофы идут. У кого трофы идут? У меня не идут трофы. Давай, вот-вот я так и сделаю, честно. Не, выложу сейчас 48 косарей и опять заново собирать на эту гребаную катушку, блин. Ну его нахер, блин. А вот по 24 тысячи, это уже другое дело. 70 по год. 2 года. Так, Сергей Олегович, тебе лень, поэтому какого хрена ты это пишешь? Тебе лень, блин, лежи там. Лежи. Потихонечку. Не делай мне нервы. Делает мне нервы. Чуть не забыл Шармандер разыграть. Нана мне... Вот нужна, блин, пацаны, ну вот хочу. Сейчас смотрел ты мой аккаунт, где без троф смотрел. 70к год, ошалеть. Да, на уклейках, на головлях, блин. Накажи его. Та его, блин, он в следующие выходные сам себя накажет. Он в следующие выходные, Серега, сам себя. Мы его поставим на 100... Серега, на 150 надо сделать. Там... Для тебя, Серега, сделал на донат. Так, подождите, что я забыл? Сосалку еще, точно. Сосалка. Все. Вот теперь точно все. Все, ребят, до завтра. Завтра я дома. А завтра единственное, в гараж надо будет сбегать, но это вполне нормально по времени. То есть с утра сноураннер, днем охота и вечером рыбалочка. Спасибо всем за усе. Всем хорошего вечера и, как говорится, чао-какао.